Всем привет, это мой день за одну минуту. Значит, проснулась, потянулась, надела линзы, позавтракала, накрасилась, собралась, в общем, постояла, покривлялась перед зеркалом и пошла решать важные вопросы в школу. Мы решаем сегодня проблемы мирового характера. Да. И болезни. Да, печать. Потом сходила в гости, как вы понимаете, ничего не сняла. Пришла домой, поела пельменей. И тут уже пришло время собираться в театр. Пока я крашусь, расскажу вам подробнее. Я ездила в театр Островского на пьесу «Вишневый сад». И, если честно, мне очень понравилось, учитывая еще то, что мне просто нравится произведение Чехова. Вот, кстати, небольшой отрывок из спектакля. А потом я поехала домой, поужинала и легла спать. Всем пока!